Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль из Китая. Это планшет Chewy V7. Доехал очень быстро, 2 недели. Отправлен был почтой Сингапура. Вообще почта Сингапура очень хорошо работает, мне очень нравится, и посылка хорошо отслеживается, и доставка быстрая. Так, вот замотан в такую вот. Вот так вот выглядит коробочка. Мы распечатаем, посмотрим. Что мы получили? Итак, сам планшет. Наклеечка. Так, давайте посмотрим, что там еще в комплектации у нас идет. Комплектации у нас еще идет кабель, зарядного устройства нет. Видим, зарядного нет. Надо будет посмотреть, или есть в комплектации зарядные. Что-то я не помню, на сайте там было указано, что оно без зарядного. Так, включение у нас вот. Пленочку сниму, пока включается. Ну так вроде бы. Нигде не покоцанный, ни. Люфтовый вроде бы нигде нет, вроде бы как качество сборки нормальное. Качелька громкости, я так понимаю. Смотрим память, сколько у нас тут памяти. Вот так, 8 гигабайт. Ну, в принципе, вроде все как работает, все соответствует описанию. Вставить карточку можно будет, наверное, совершать звонки какие-то. Ну, в принципе, все нормально, за исключением зарядного, если его там, конечно, не указано, что в комплекте его нет. На этом все, ссылка в описании. Стоимость данного планшета 56 баксов. Шел он, как я уже говорил, почтой Сингапура, 2 недели. В принципе, все устраивает, все хорошо, за исключением зарядного. На этом все. Всем спасибо. Пока.